Хей-хей, ребят, просто хотел сообщить, что в этом видео некоторые фоновые треки были написаны лично мной. Так что если бы вы хотели послушать их на полную громкость, в хорошем качестве и полной версии, то переходите по ссылке в описании на мой музыкальный канал. А за подписку на мой Patreon вы получите доступ к скачиванию этих треков, а также массу других цифровых и физических призов. Хей-хей, с вами тот картавый парень и тот не картавый парень, над которым мы будем сегодня издеваться, или как ты себя сегодня назвал? Криворукий? Тот криворукий парень, это тот криворукий парень, это мой друг-программист, как и вы уже поняли это название, над которым я буду издеваться и над которым будут издеваться подписчики из телеграм-чатика. Я очень надеюсь, что вы, ребята, не слишком жесткие и добрые. Да, вот в общем, в чем суть, ну, наверное, многие поняли уже по названию, но... Ребята из телеграм-чатика писали свои просьбы, что ему, как программисту, человек, который, ну, в принципе, ну, как-то от искусства далек, нарисовать. И, ребят, я не думал, что вы... Что вы там курите? Отсыпьте, пожалуйста. О, кстати, это можно. Это можно, да. Ну, давайте не затягивать и читать первые просьбы. Первая просьба от пользователя с ником Суп. Орда гномов пытается отобрать у высокого человека своего лидера, которого он тискает. Материться можно, нет? Материться можно, но только не самыми запретными словами. Ладно, попробуем. Я не знаю, что я... Ты взял кисть для чулков. А гномы за чулки сойдут? Можно гнома в чулках, я думаю, у кого-то есть такой фетиш? Нет, это волосы, вот сюда, пожалуйста. Да, это карандаш. Ну, можно карандашом, в принципе, как хочешь. Я вообще ничего не хочу. Притащили тут что-то, заманили всякие. Да, гнома пытается это брать. Это видео будет очень долго идти. Я почистил телефон, памяти должно хватить. Ты должен был дать мне пару уроков перед этим. Ты должен был дать мне пару сотен перед этим. Да, за пару уроков. Да, это то, что вы сейчас видели, это черновички. Это я тренировался, ребят. Это вы мои вчерашние черновички не видели? Я не покажу их. Ничего. Пусть поймут, как я сильно для них старался. Ну ладно, ладно, да. Там... Так, это высокий человек, да? Да. Ну, сейчас... Вышел трейлер «Обитель зла 8», поэтому мода на высоких людей прям активизировалась. У меня даже есть скетчик. Оу. Я уже офигеваю с того, как охеренно я это рисую. Но он по моим меркам. Я понял. Да, ребят, он вообще как бы, ну... Он не впервые видит Clip Studio, потому что он иногда поглядывает мои ролики, но он впервые работает так в Clip Studio, поэтому все, что у него сейчас есть, это G-Pen, затирачка и откат действий. И это самое популярное действие. Гномы, конечно, бывают разные. Ты каких нарисуешь? Таких фэнтезийных, как Gravity Falls, или более как Властелин колец, например? Я просто маленьких людей рисую. Ух, фу, толерантные! Они не гномы, они маленькие люди. Ну, я сразу говорю, гномы будут, ну, прям писец какие-то. В смысле, классные детализированные? В смысле, две палки и три конца. Не знаю, что я только сейчас наверное. Это... Оргия геев? Это оргия, Лёш. Кого они там у него отбирают? Орда гномов пытается... А, которого он тискает. Да, высокий человек тискает предводителя гномов. Здесь, смотрите, у него будут вот так эти ручки. Прям анатомически верно. Не, ну в каком-то плане. Он просто... Он из-за того, что очень высокий, он не очень пропорциональный. Вот я художник, я так и вижу. Еще чулочки им нарисуй, не забудь. Чулочки, да. Это копыт? Да. Это знаешь, как в похождении императора, когда он только начал превращаться? Это как в «Не бей копытом». У тебя не все могут знать похождение императора. Да, кстати, был вот... Ты, наверное, сейчас меня смотришь, и ты знаешь, кто это, кто ты. Я не буду называть твоего имени, но был у меня подписчик в телеграм-чатике, он сейчас там как бы остается. И который не смотрел «Похождение императора». Ребят, «Преступление» — это великолепный мультик. Это прям вот... посмотрите «Похождение императора». Вот кайфанете однозначно. Знаешь, что такое «Преступление»? Это не смотреть «Корпорацию монстров». Не смотреть «Властелин колец». А ты... И это все я про одного человека конкретного говорю.
А он смотрит это видео? Я ему потом скину, посмотрю. Не факт, что он не дойдет до этого момента. Посмотрит, поржется меня и выйдет. Как на той фотке? Да, да, вот конкретно тот человек, кстати, это и будет. Ребят, вот она, я на монтаже стала. Какой тебе пиз... Я... Ребят, он никогда, что было дальше, не смотрел. Я надеюсь, хоть кто-то из вас это смотрит. Вот давайте батл, ребят. Комментируйте, кто смотрел. Вот так. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Комментируйте, кто смотрел вот это так называемое, что было дальше. А кто нет? Я до сегодняшнего дня, пока он мне не показал, не смотрел. Ему не понравился выпуск с Вассерманом. Ну жалко, дедка, ну жалко. Натурально прям вот насели. Я понимаю, формат такой и все дела, ну как-то... Как-то не мое. Так, это гном? Это его жопа? Да, да, я тоже подумал, что это как-то... Слушай, а пускай он будет голенький. У этого мне облегчит задачу. Давай, рисуй. Только шапочки традиционные. Я у них традиционные шапочки. Ну, это толпачок такой, знаешь, как у садовых гномиков. А, мы таких гномиков рисуем? Да хоть таких. Каких-то давай нарисуем. Давай хоть одного, да? А это тогда не, он будет не голенький, он будет, вот видишь, это типа шортики. Это лучше. Плавки, плавки. Пускай они будут в бассейне, мы дорабатываем на ходу. Они все в бассейне, да, они все в бассейне, он тискает большого, а мелкие пытаются... Заливка это. Я хочу заливку, но только надо ее чуть. Да, это я ему буду вот помогать только в таких технических моментах, когда вот просто рука не набита у человека. Насчет человека, давай, может, его как-то отбедем, я не знаю. Ладно, потом как-то почистишь. Я? Чистить? Да. Не-не, это не про меня. И вот так. Я свой код не чищу, ты хочешь, чтобы я этот рисунок чистил? Да. Переключиться. О, я шарю. Угу. Потом не забудь воду убрать с человека. А надо, да? Ну да. Там это ж бассейн, там вода чистая, прозрачна. Ну не человек же прозрачный. Но я вообще... А тогда мне надо менять вообще всю композицию рисунка. Гномы должны были вот так вот друг на друге вставать. И там пускай все... они вот в море, но друг на дружке. Ты можешь даже вот человек. А тогда можно только одного гнома нарисовать, ты а можешь... будет где-то там. Утонули уже, утонули. Ну так типа ты хочешь сделать? Ну типа да. Все-таки он как бы должен загораживать заднюю часть воды. Заднюю часть воды. Вы знали, что воды есть задняя часть? И она обычно трусы не носит. Тонкая отсылка. Я не понял. Ты должен понять. Нет. Я тебе ничего не должен. Я говорю шепотом, чтобы никто не узнал. Квайска на суп. Ну, аква какая-то слишком тупая, чтобы привлечь внимание. Мегаминток. Мегамин, да. А сколько мяч? Эбия! Элфина! Не, мы тут не отмажемся. У нас такой законодатель. Я, походу, уже никому не буду это скидывать. Все такие супы у него. Как у бешеного кролика. Это язык. Стой. Я сейчас поправлю этот момент. Если даже ты не понял. Слушай, прям настолько тонкую работу не обязательно проводить. Нам главное вот трешак. Мне это нужно зацентурить. What? 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 Да, надо. Разолив, конечно. А кстати, по-моему, неплохо. Это у него такаяческая большая. Да, да, о, это в стиле афро, да, вот. О, он у меня на плоту будет, я приду. Ну, плот, правда, конечно, тоже спорный момент в данной ситуации. Фига, далеко у тебя плот? Не, он же шпот рядом с человечком. Так это бассейн все-таки? Я вообще не знаю, что это. Ты себе понапридумывал. Ты ж художник, ты ж видишь, как я. Я ослеп. Слушай, я продам. А тебе дам сколько захочу, потому что ты не увидишь, сколько я заработаю. У меня сурдоперевод будет. Ой. Ты слепой! Какой сурдоперевод? А, ну чё там здесь? А, стоп. Не, ну хочешь сурдоперевод, будете. На это и уйдет мой гонорар, да? Да. Сурдоперевод для слепого. Я вообще не знаю, как этот плот нарисовать здесь сейчас. Это уж твоя идея. Ты мог просто нарисовать гномика в воде по пояс, а ты рисуешь еще какой-то плот. А, ну все, вопрос снят. О, это гном Элвис? А это же гномы, у них широкие плечи. А, это плечи? Ребят, это очень страшный гном. Этот гигант спасает весь мир от его лица.
У него голова уже оторвана? Или это волосы? У него такие волосики прикольные. Блик, да? Бликует? Да, да. Все верно. Я понял. Я пытаюсь его отмазать как могу, ребят. Вообще, давайте ему цветочек тут нарисуем. Ну или... Не знаю. Как будто ему какашку кинули на голову, она стала стекла. Ой, я придумал. Что? 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 Не успели спасти его. А это их лидер, ему корону нарисуем еще. Или, я не знаю, какой-то... У него и так какой-то хер на голове. Королевский пояс верности какой-то, я не знаю. У него хер на голове, какая? Корона, актуалочка, ты не понимаешь. Просто гном стоит и такой... Гном Иисус стоит на воде. Да, да, он... Не, он не Иисус, он понял? У него вот такие вот будут... Водянистые. Такая херня. По контрольчах? А, я понял, такие шлёпанцы-подушки. Да-да-да-да-да. А он просто... У него очень сильное тело. Угу, угу. И низкий центр тяжести. Угу. Ему простенько стоять. Угу, угу. Ты сам меня на это подписал. Там был гном. Ой, это Порикуль. Это же гном. Мы с тобой сегодня об этом говорили. Да! Говорили. А, ассасинка, я понял. Я понял. Я дошел. Сам говорил? Я ж забыл, о чем мы говорим. Я чуть-чуть слушаю, кто я тебе, по-твоему? Ты, походу, себя не слушаешь. А, да, это ж я. Это, подожди, это бокал говна? Да, да, именно. Ну, выпьешь? Я каждый день хлебаю, я по крайней мере. Вообще выглядит так, как будто это вот рядом море, и еще один большой человек идет с бокалом говна, как бы несет. Вот у первого человека закуска в виде гнома, а у того бокал говна. Вот такая у них трапеза. Гном и говно. По-моему, не считая того, что это не толпа, все сделано как по заказу, даже больше. А ты скопируй и вставь. Доволен, чел с больной фантазией. Оторвать ему руки и перерисовать говночлен на голове — твоя идея. Кто-то с больной фантазией. А еще у него одна подушка на ноге. Точно, мы не дорисовали. Сейчас все будет, ребят. Я дела на полпути не бросаю. Кроме работы, да? Ну, в принципе, довольно годно. Давайте я это сохраню. Файл save as. Химия всем. Слушай, 8 уже было однозначно. И такой трехзначный. Вообще убрал. Найзен. Все, сохранил. Теперь новый. Бля, я свою пятку этот картель кинул. Так, продолжаем. Следующая у нас просьба. Сыр без дырок, который говорит сыру с дырками, а в мое время такого не было. Молодежь взяла и опошлила все, что только можно. От Кэтрин Редфокс. О, ну, кстати, это проще. Спасибо, Катя. Это даже как-то какой-то социальный подтекст. Это будет большая мама сыр. Говорит своим маленькой дочке. Это нарисуй ей бигуди из Сулугуни. Мы просто представим, что это Сулугунин, просто нарисуй бигуди из ствол. Это усики богомола, так? Хочу сыр косичку. Блин, Том. Это начес. Мама сыр любит начесы. Начесы. Мама сыр любит начесы. Нарисовать такое. Это моя просьба. Я скажу, что это выглядит немножко мерзко, как будто кусок кожи очень близко в зуме. Но я пускай. Как добавлять слои, прикинь. О, это заливка. А чё оно всё заливает? А, мне вот эту штуку надо. Да, и у тебя контуры не доведены. Контуры, я сказал, не доведены. А, я что-то сказал. Откат вот здесь есть. А снизу эти, как его доведены? Да, вот так. Так я вроде как раз старался. Они, я имею в виду, что они существуют в этой серой зоне. Я понимаю. Да не так больше. Подожди, стоп, вот тут нажми просто. Кстати, подписывайтесь на мой англоязычный канал. Он, наверное, уже запущен. Да, он уже запущен. Самая большая у него будет вот. Это самая большая? Нет, это я. Вспомни вот этот прям такой сыр, прям вот у него прям дырка больше, чем сыр.
Ну, вот именно большие дрени. Типа, он должен быть как у губки Боба, там. Не, ну, перебор. Ну, знай границы. Угадай, какой палец я хочу тебе показать. А еще, я придумал. Если мы делаем это социальным подтекстом, да, то у нее из дырок будут торчать шпажки. И каждый человек подходит и тыкает в эти дырки своими шпажками. Мне кажется, автор уже немножко не это, автор идеи немножко не это имел в виду уже. Прости, Катя. То есть вот такие пластиковые шпажки, Миша, как вот для канапе используются? Ну, вообще, пластик обычно не любят в таких случаях использовать. Это сыр, а не как страусы. А. Поэтому и можно пластик. Все очень логично, ребят. Вы следите за логической цепочкой, потому что если хотя бы один пункт пропустите, то... В принципе, вы ничего не потеряете. Надо черную шпажку сделать. Сделать ее. Боже, я аж... Ты плюнул на это. Да, я аж немножко плюнул. Да, типа... Кулак такой... Упрекающий. Не, это типа... Я манал ей рот рисовать, поэтому что будет вот так. Фига себе у тебя баллон. Точнее, фига себе у тебя хвостик у баллона. А, реплика... А в мое время такого не было. Запятая. Стой, а зачем я это пишу? Ну да, программист оптимизирует свою задачу. Но не свой код. Короче, он сам все делает, видите, я вообще не при делах, это на, пожалуйста, работа. Заканчивай. Не-не-не, это твоя работа, я тут не причем. Поэтому нажми. Все мне делать приходится. Так, вот мне надо следующий нарисовать свою версию Леди Думитреску. Это скетч, который я делал. Да, потом а кто вот. Это? Такая? Злодейка из Обитель Зла, сейчас я тебе референс включу. Тебе понравится. Не, ну смотри, как... Не, мне не понравится. Всему интернету понравится. А, на видео тебе не понравится. Видео закончится, ему понравится. Так, сейчас нужно это тоже сохранить. Какой у нас там был? Че, мне теперь уже новый пин-код вводить? Да-да-да. Вот оно. Ты хочешь, чтобы я это нарисовал? Ну, свою версию сказали. А по своей версии может быть что угодно. Хоть мужик. А давай ты мне хоть какую-то там позу попроще дашь. Да нет, нет, тебе не обязательно прям позу повторять. Тебе ты главное... Ты еще и позу придумал. Тебе... Да что... Да! Нет! Так это свобода, делай что хочешь. Не. А, окей, ребят, смотрите, значит, как это будет выглядеть. Зараза, отделаться... Отделаться решил легко. А, ну и главный момент. А, главный момент, не забывай учитывать. Там же, это бабочка, да? Да, да, именно. Она. Ну а как же шляпка, цветочек? Ну ты только об одном думаешь. Только об одном ты думаешь. Ты нарисовал такой простой арт, ты думаешь только об одном, Миш. Он думает только об одном. Не о тебе. Ну так я не о себе. Обо мне ты думаешь вне видео. Ну она же будет страшной. Ну она как бы... Ну ладно. Это глаза? Да. Нет, ты серьезно спрашиваешь. Да? А, вот, ну то смотри. Есть форма лица тебя не смущает, да? Нет, просто смотри, я еще раз хочу настоять на том, что твоя версия это что угодно, как ты можешь переначить, как хочешь. Тебе не обязательно ее перерисовывать просто вот так, как ты умеешь. Хочешь, не знаю, сделай ей радужную работу, хочешь, сделай ей, я не знаю, замотанную в бинты, ну так, чтобы она как-то была узнаваема. Что угодно делай, я не знаю. Я тоже. Это высокий человек из первого акта? Не-не-не, у нее только шея конченая. Клевер. Это тоже как-то слишком близко. Ты к аппаратуре подошел. Слишком близко, ты мой мальчик. Иди сюда. Иди, мой хороший. Иди обниматься. Иди. О, а еще у нее длинные пальцы когти. Я вообще не знаю, как она вырезала. Ты прям, наверное, трейлер смотрел. Да? Да, у нее реально есть длинные пальцы-когти.
прям околометровый. Миша работает с привлекательной женщиной, пока Лёша на фоне гладит свою киску. О, ну это достоверно, если так считать. Конечно, мы же за достоверность. Ну правда, жопа такая, как будто она яблочко туда подсунула. По одному яблочку. Ну, пусть будут дынь. Ладно. Да нет, нет, нормально. Кому-то может нормально, не знаю. Теперь у неё как будто квадратный японский арбуз. Ты какой переборчивый, ты много яблок и полуедынек видел. А ты вижу много. Нет. Вообще, мне кажется, мне в любом случае уже прилетит за то, что я так тщательно рисую это тело. Но пока ты это тело называешь этим телом, думаю, не прилетит. Это каблуки или у нее просто из пяток тоже когти? Это каблуки уже. Просто это дешманские, самые дешевые каблуки она себе купила, они стрёмные. Абибус. Твой кошак опять мне под мышку лежит. Что ты там спрятал? А, тени. Или что это? Вообще нет, это должно... Я не знаю, как это нарисовать, но, короче, ей надо руки как-то закрыть. Но они у нее под грудью. А, ладно, они у нее на груди. Обычно чех рисует сначала грудь. Ну, если я имею в виду, это уже лайм. А я не умею грудь рисовать. Мои руки чисты. Только руки. Ну, еще и подмышки. Ну да. Короче, с прической у нее, конечно... У нее тоже стилист никакущий был. И порекомендовал. Какой-то... Да-да, у нее стажер. Стажер моего стажера. Поэтому... И при том, что ты программист. Да, да, ну типа, сами понимаете, поэтому... стилист. Особо на прическу не рассчитывайте вообще. Глаза будут голубые. Ну, чтоб хоть какие-то... Цвета? Нет, какая-то мысль. Облегчающие обстоятельства, сказать. Ладно, она устала. У нее закрыты веки, и сквозь них... Это теперь веки стали. Да, да, вот это вот веки, видите? Я рисую... Незнакомую некрасивую женщину. Наоборот, знакомую красавицу. Я же говорю, мне потом должны какие-то эти... Облегчающие пойти. Да, да. Дай бог зачтется. А еще напоминает мне Кронка из того же похождения императора. Секунду. А, вот так изму. Вот я что же думаю. Какой Кронка. Ну под башком Кронка. Остальным изму. Посмотрите на эти глазки. Куэлла Девиль. Вы просто посмотрите на эти глазки. То есть вот что тебе нравится, да? Я не про глаза, я про образ в целом. А. Вот, вот это совмещение всех твоих вкусов, да? Идеальная женщина, Михаил. Ну, что сказать? На вкус и цвет? Ну, наверное, все. Лучше уже не будет. Принято. Принято. Это в любом случае твоя уникальная версия, определенно, 100%. Ну что ж, ребят, я полагаю, что я мало чего вырежу из этого выпуска, и поэтому наверняка будет... Надеюсь, много. Наверняка он будет очень длинным. Такой... Кто из старожилов меня все еще смотрит, те уже привыкли к моим 40-минутным, 60-минутным роликам. Привыкли, да, тем более это веселый формат, должен пройти легко. Если же вы новенький и не привыкли к таким длинным видео, ну, вот так вот меня иногда штормит. Спасибо, как ты там, тот рукошопый парень? Ты кто, мальчик? Ой, не надо. Не надо. Спасибо. Не надо со мной так. Не надо, да. Канал взломаю. Ой, тем более, ты код оптимизировать не можешь. Канал он сломает мне. А, хотя ты можешь заплатить тому, кто взломает. В общем, спасибо Мише за такой веселый вечерок и запись. Спасибо Клеверу за фоновый хор. Фоновое песнопение. Спасибо мне за то, что я такой прекрасный человек, веду такой прекрасный канал. Какой ты умничка. Я, слушай, золото, согласен, да?
И спасибо, конечно же, вам за то, что, надеюсь, посмотрели это видео до конца, а не перемотали с первых минут наконец, посмотреть, что же в итоге получилось. А получилось у нас сегодня, напоминаю, вот это вот все. Или где оно, вот там где-то будет, я не знаю. А, Миша, не смотри как на придурка, это ютуберская жизнь такая. Что ж, сказать что-то хочешь на прощание или просто попрощаться даже? Да, спасибо всем за идеи для рисунков. Я буду завтра играть с ребятами в крокодила. Я позагадывал. Я понял, идейки, да? В общем, надеюсь, если что, или повторим рубрику, или на какой-то еще видосик тебя позову. Ну а так, спасибо, Клевер. Всем спасибо за ваше время. И всем вдохновения. Всем пока.